Выступает красно-зеленая Маргоша. За гитарой дядя Паук. Песенка про деда. Небо. Небо и... Самолет. Самолет. Подожди, я еще не подклонилась. Наклонить нас хотят за границы, но как можем, трымаемся мы. На земле уже все у темницы, а по небу летят кто куды. Потому что патриоты, небо наше, поля, леса, сады. Первым делом самолеты, если в этом самолете змогары. Мы подняли у неба пилота, потому что Хамас написал со Швейцары, что взорви самолет над болотом, хоть Хамас сам про это не знал. Потому что дед придумал, как он может у всех перехитрить. Очевидно стало всем, что он придурок. Ой, мне нельзя такое слово говорить. Я с придурком очень небеспечно жить. Я сказала плохое слово. Обурылась Ангела Меркель и Мэри, и даже Макрон, Бохамас и Каддафи померкли перед нашим колхозным царом. Потому что дед тут главный, его небо, дрозды, земля и лес. Жесточайше приземляет самолеты, а то нехто с неба наплюет на плеш. Вроде бы ничего не случилось, но скандал у Европы дыхай. И внезапно границы закрылись, как теперь полетит дед Дубай. Хорошо, что есть Россия, а Россия огромная страна. Можно где-нибудь сховаться у Сибири, бога от Сибири далека. Можно где-нибудь сховаться у Сибири, отдавай любимую, дед, и пока. Аплодисменты. Сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа. Из Швейцарии они перешли от организации бунтов к этапу удушения, показав тем самым истинную цель западных стратегов. Потому что патриоты, небо наше, поля, леса, сады. Первым делом самолеты, если в этом самолете змогары. Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь.